прошел долгий путь развития. Это же, конечно же, сложнейшие карты, которые скачаны из других приложений. И как по мне, они прошли с кучей. Ведь для того, чтобы скачивать этих, нужно, конечно же, делать свои выводы. Типа тому, что если тебе запрещают что-то скачивать из таких же приложений, что же делать? Да верно же, просто стоите великолепные, например, тот же самый замок, из которого вы смотрите прямо на кадрах. Вы можете делать скины, только нубасские, хотя это не важно. Ведь помните такую новость, как что будет обновление, то что будет игра с стиль жителей. И это прошло более прекрасно, можете сами сочинить. Forever, but one villager refuses to embrace our new way of life. Here's villager number 9 with more info. Thank you, villager number 5. Fellow citizens. Ведь я веду к тому, что эти игры прям, я не знаю, ведь Майнкрафт это больше настолько. Но проходят там какие-нибудь обновления, проходятся какие-то новые версии, какие-то новые 2. Или что-нибудь похуже. Например, если когда вы нибудь обновляете, если... Но если у вас PlayStation 4, то у вас почему-то происходит 2.хз. Это я веду к тому, что это вообще незаконно. Но внимание, дорогие телезрители, правда не телезрители, но это не важно. Решается донат. Да, те самые донатеры, которые вообще, но можно хотя бы приводку скачать на Майнкрафте, только этого не стоило больше. Или как вам информация, чтобы скачать все эти игры бесплатно, нужно платно. Я что вам логику путаю? Может, что, кстати, есть приложение, поэтому вам надоело стоить что-то одному. Это все решается, поэтому у меня есть такое приложение, как Мастер для Майнкрафта Пи. И знаете что, я тоже решил это проверить, правда, там есть очень, я не знаю, прям... Как там его? А, понял. Ну так вот, есть там карты, которые ты не спутаешь прям совсем, или которые ты можешь спутать, или когда-нибудь другое. Итак, карты, которые добавлены из мастер для Майнкрафта Пи. Ну вот, например. И приложение, которое можно скачать. Карты, скины, сиды, адионы, бла-бла-бла и прочее. Давайте начнем с приложений. Ну, например. Вот эти. Разве тут есть какие-нибудь подделанные, неподделанные всякие штуки, которые ты скачиваешь, а там маны, например, Mutanty Creators Mod for Minecraft Pi, Mega Pi. Они вообще тупые штуки. Например, можно скачать какие-нибудь текстуры, например, Over Resistance Rebel Missions. Ну, вы поняли, о чем речь. Итак, тут более много скачивания и 25 лайков. 1.2+. Посмотрим в описании. Блин, а как это все добилось? Итак. Включи. Итак, что тут у нас написано? Включи игровой процесс. Экстра — это пакет текстур, считающий в себе реализм и Майнкрафт. Текстуры выглядят чистыми. Но они по-прежнему имеют тот блочный вид, к которому мы все привыкли. Цвета, которые используются для дизайна пакета, выглядят намного более мягким и темным, чем текстуры по умоляющему. Поэтому он особенно подходит для построек сиреновекового типа. Трава, листья и растения. Именно более яркую цветую придает упаковке в целом великом виду. Нету, конечно, комментариев. Что ж, заденем душу. Итак, у нас запускается Майнкрафт. Бац, мы включили, что там дальше. Итак, запускается у нас Майнкрафт. Итак, мы загрузились в самом прям средневековом острове, который нам нужно защищаться там каких-то монстров и прочее. Итак, мы оказываемся в этом, я как и повторяю, просто не в деревне, а в лесу. Камешки здесь. Да, я повторяю в одном видео. О, какая-то записка здесь написана. Так, посмотрим, что это у нас. Welcome to
Добро пожаловать в остров. Пи. Ладно, будьте осторожны. Я понял. Так, посмотрим. Тут у нас рыбы, я так понимаю. Нам нужно защищаться, я так понимаю. Чтобы не спастись от там что-то таких фиговых там говняных. Полноценно. Так. А можно мне сесть? А, понятно. Так, 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 так. О, корова! Корова. Не нравится вам взгляд корова? Посмотрите. Она прям милашная. Я хочу ее завести. Да ладно, все. Все, я уже не могу это терпеть. Итак. О, какая-то курица. А, это, господи. Она смешная. А лошадь? Тоже. Все выглядит что-то вообще, я не знаю. Вот там какая-то пещера. Так, мне нужно это какие-то. У меня автоматически включилась креатив. Так, ладно. Я хочу сразу подключить. Посмотрим. Слушайте, это как настоящая пещера. Вот что это такое? Она сам не добывается, потому что мы их включили, там что-то какое-то, я не знаю. О, угли там. Интересно, что это вообще это за модели такие? Я не понимаю. О, скелетон! Атакуем его! Получай! Получай, ты сосранец вонючий! Кстати, он, кстати, это его прям не знаю. А ну иди от меня, козёл! Кстати, я чуть вот это... Выть. Ай, я сломал блок, это пофиг. Итак, мы заблудились, короче, в этом я... Что это такое, господи? Так, я хочу вернуться обратно, Я не знаю, откуда у меня все это включилось, но понятия не имею, а что это, блин? Что это такое? А, нет, крипер! Крипер, отстань от меня! А, он дал мне зажигалку? Что я? Что я его сейчас взорву? Ну, давайте. О, нет, о, нет! Нифига себе! О. Блин, бомбануло, ребят. Что за кирпичи, я не понимаю. Блин, это все это как средневековым, блин, ребят. Я фиг его знает, что там. Но это реально. Это реально, господи. Так. О, крипер тебя тоже поджить. А он сам поджёс. Еще? А тут и кипячи тут. Как тут забраться? Как здесь забраться? А вот я забрался. Да вроде бы ничего. Здесь тоже бы ничего, вроде как минимум. Смотрите, тут вообще полная пустота. Тут грибы какие-то, я не знаю. Я, короче, фигурная, но... Ну, капли тут какие-то, я фигурная, там угли. Чё за нах... Я понятия не имею, что это... Они сами упали. Они еще сами падаются. Золото. Ладно, я их нашел. А, все, просто. Просто золото. Так. Блин, ребят. Мне уже реально что-то не по себе. А вдруг там реально какие-то монстры. Я не понимаю, что это из-за юма. Здесь реально можно спросить у кого-то прям реально. О, господи, ребята еще взрываются. Господи, там камешки. Полези отсюда. Поличка отсюда. Боже, там лава какие-то. Блин, это вообще красиво. Вообще... Я горю! Ай-а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 й. Смотрите, огонь тут уже даровный. Тут уже огонь шедевритный. Я уже не знаю. О, не тучая мышь. Смотрите. Какая-то забавная не тучая мышь. А, ну так она и осталась. Знаете что? Знаешь что? Иди к... Что за взгляд летучей мыши? Да что за появление? Я хз. О, алмазы, сейчас мы их добываем. Так, бат. Ай, блин.
О, у меня манэ. Ты чё это такой? Итак, конец сюжета заключается в том, что мы заблудились в этом, конечно же, пещере. И все вроде бы. И убиваем, короче, монстров нам надо. Ведем итог. Полностью вся графика, как в реальной жизни. А может, не в реальной жизни. Но, блин, это реально... Все как в реальной жизни, только с хреневиковым. Так, уйди ты от меня отсюда. Вот так вот. И анимация появления тоже прям средневековым. Блин, это как в Sonic... Блин, все это как в Sega Genesis. То есть играя за такого... Вот смотрите. Вот появление, вот анимация... Вот анимация исчезания, как в Sonic... Тьфу. В Sega Genesis. Это реально намек, прям реально. Не, ну слушайте, она... Не, ну слушайте, это прекрасно. Я ничего не могу это описать. Она, кстати, Рейтинг 10 из 10. Кто вспомнит тот самый Sega Genesis, которая она была самая старая, прям, я не знаю, там что-то.